уже на посту, скоро разбужу всю свою семью, и мы с рассветом поднимаем якорь и выходим проходить третий великий мыс нашего маршрута, великий и ужасный мыс Люин. Он на третьем месте после мыса Горн и мыса Доброй Надежды. И вот сегодня к вечеру мы уже бросим якорь за этим мысом и выйдем из Индийского океана в океан Южный. Мыс называется Великим, как и два предыдущих, потому что здесь встречаются два океана, могут вставать вертикальные большие волны, закручиваются очень лихо ветра и очень много всяких опасностей. Смотрите наш фильм про мыс Горн. А еще смотрите наш фильм, видеозарисовку из Хамелин Бэй, с которой мы сейчас уходим. И вот на момент выхода фильма она будет предыдущим фильмом вот к этому. Сейчас, в общем, мы выходим проходить этот мыс, и я буду снимать всю дорогу просто блоговые записи, как это все происходит на самом деле. И у вас будет возможность побывать с нами и пройти с нами этот самый мыс Люин из Индийского в Южный океан. И это будет третья жирная точка в нашем маршруте, в кругосветном плавании через Великие мысы и Антарктиду с детьми. Антарктику мы уже прошли, Горн прошли, мы с Доброй Надеждой прошли, и сегодня очень волнительный момент, пройдем Люин. Я думаю, что это будет не очень страшно и опасно, не так тяжело, как предыдущие два мыса, потому что здесь мы встанем на ночевку уже после мыса и где-то до ночи постоим на якоре, и уже в ночь будем сниматься и исследовать до Албани, там порядка 3 дней будет переход, и после застоя годового в Перте, это, конечно, уже такие у нас переходы по-настоящему начинаются, и это тоже очень классно. В общем, поехали в Южный океан из Индийского вместе с нами. Пошла будить семью. Ладосик. Давай, вставай. Уже снимаемся с якоря. Надо вставать, солнышко. Сегодня будем мы с Луин проходить. Можно еще пить? Ну ты же уже не спишь, хитруля. Давай, тебя ждут великие дела, обязанности Юнги. Настя уже встала. Сейчас пойду папу разбужу. И приду за тобой, ладно? Все, давай, я пошла. Обходим рифы. Там нет прохода между ними. Вот этим камням мы идем. Прикольно, зыбь идет с моря, а волна с берега. Поверх зыби, которая идет с моря, волна идет с берега. Ветер почти встречный. Всякие скалки, островки, все такое. Пересечение долготы третьего великого мыса Люин. 250 метров. Сто пятьдесят метров для пересечения великого мыса. Сколько? Пересекаем долготу третьего великого мыса в нашей истории. Мыс Люин. Пара,
Настя, Гену выбирай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Чего не поешь? Да, я чего выбираем. Здесь около этих кочек якорная стоянка. Надеяться, что песок там будет, куда мы идем. Не видно. Тут уже рифы, Андрей, ты же их видишь? Вот тут вот уже рифы. Сейчас посмотрю, не знаю. Слева буёк. Вот. Какие мысли. Юнги, слезать? Мама может слезать. Там у нас марки, они видны? Видно, да. Ну вот когда я поднималась, спускала якорь, там еще даже шкертик, не шкертик, а такая штучка маленькая висит. Мне что-то кажется, папа все менял. Сегодня Лада сказала, что у нее официальный день вступления в юнги. На веревках будет висеть. Веревки натянутся. Перекручена только веревка. Не-не-не-не. Еще. Чтобы цепь прям повисла, не натянута, не прямая, а петлей. Чтобы не за лебедку тянул якорь, а за веревки. Когда будет тянуть, сейчас все, пап, закрепили. В общем, будет весь вес лодки не на лебедке, с которой, если будет вес, то цепь сорвется, а на веревку. С этим взять. Сейчас будем проверять, что у нас открывать. Да!
Первый пошел. Второй пошел. Ну, как-то ты не это, не зрелищно, Тынс. Холодно. Капитан с Юнгой поплыли смотреть, как лежит якорь. Мы у маленьких островков на мысе Люин практически. Уже прошли его долготу. И сейчас на территории Южного океана. А вот сзади маяк на мысе. Будем стоять здесь до ночи и с рассветом уходим. Между рифами уже практически прошли первую полосу. Включен деклайт, поэтому так светло и прекрасно. Вон там луна висит. Поставишь перегородку живую? Я поставила. Да что читаешь? Отлично. Я-то думала, что же ты читаешь? Какую? А? Гарри Поттера? А что? Говорит, что читает. Настя тут тоже читает что-то. Что читаешь, деточка? Что спишь-то? Ну-ка, читай быстро книжку. Лада вот книжку читает. Я наслаждусь. Ничего страшного, говорю, что если там восьмерки получаются. Я руки не хватает. Ой, когда вышел полюбоваться на закат и любуешься на красивого атлета. Прям у нас композиция такая с дровами. Тогда весь ветер попадает в парус. А так половина ветра попадает в парус. Ну или там, сколько там, на сколько оттяжку потратишь. Там еще далеко осталось? Не знаю. Мама загораживает все. На этом момент 8. Короче, ребят, тут кит, но я не знаю, он выпрыгнет еще раз, сбоку где-то вылезет.
точно. Там где-то пузыри были. О, мамочки мои. Нет. Мамочки мои. Охренеть. Вот это да. Где он? Ну, сейчас скоро еще, наверное, подорви. Вон он здесь, вот рядом. Я просто... А, вон он, мама. Вот тут прям вот светлое, видишь, пятно? Вот. О, мама. Офигеть. Лади бы кофточку, Андрюш, можешь ей вынести кофточку? Мать моя женщина. Где он? Офигеть. Ты где, парень? Может, ты, конечно, девочка. Он куда-то делся. Исчез, да? Тут же не дышно, зато ты его увидела, круто же. Вон он, вон он, вон он. Офигеть. Офигеть. Но мы большего видели. Мы больше. Пост уже в Инстаграм. Ой, вот он. Он прям с нами играет. Он прям под яхту сейчас плывет вообще-то. Ага. Сейчас как вынырнет под нами. Тут-то мы обалдеем. Вон он плывет, видите, да? Вон, 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 голубое пятно. Ну, такой стринлайзер расходится. Воздуха может. Что, 20 минут надо? Это просто кажется, что маленький отсюда. Посеяла семечко. Стар трейдер, вот, например, корабль называется. Там. Торгую звездами. Стар трейдер. Звездный торговец. В честь дня космонавтики. Звездный торговец. А знает, что здесь главный инопланетянин у нас на яхте находится. Бебет. Ладер и гаилки палки, как на мысе Горн почти. Задуло на наш ход. Как в Антарктиде какой. На яхте моя мама, но я не пойду по ним на яхте. И чё, уходим?
забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще ставим пальцы вверх, делимся с друзьями и не забываем рассказывать об этом канале всем, кого вы знаете и не знаете. Пока!